Прикинь. Какой сегодня? 20. 20 сентября. Так сказать, перемирие. Первая площадка. Ух ты, мать его, ёб. Твою мать. Дом качает. Не могу, как бы он не упал сейчас. Это да. Ужас. Вот как Порошенко поддерживает перемирие. Смотрим, наслаждаемся. Что-то серьезно горит. Серьезно взрывается. Страшно, пипец. Если тут дома качает по 6-бальной шкале, то в эпицентре не знаю. Реально огонь очень яркий. Смотреть. Глазам неприятно. Я не знаю. Добрый день. Ну рано, ну что тут, блядь, блестит-то? А что это? Взрывается. Ну да. Ты не пойму, дом загорелся, че что он? Да. Потом горело, там пожарище такое. Это в завод. Наверное. Мне кажется, или площадка, что-то там. Да капец какой-то. Это просто перемирие называется. Да, да, да. Так два взрыва, да, было? Угу. Это как бы даже не три. Ну а потом третий. Было раз два, а потом третий. Нас уже тут качало вот так. Да, может быть. А все, спалили полностью площадку. Откуда? Он взрывается. Да я вижу. А что там? Военный завод. Что, казенный? Здравствуйте. Ля, а что это сверкает? Это что, фосфор? Это же то, что остатки здесь было такое. Ну, мы думали, что тут где-то не. У нас, кажется, близко, да? Да. У нас там пониже вообще близко. А где это? Это что за? Это завод, площадка. Что это было? Здравствуйте. Что там? Тут
там. О, Боже, это вот это вот, да? Алло. А что там? Ой. Ну, ничего, точка У погода. Причем, по-моему, не одна. Не одна. Нет, не на рынке. Это с 10-го видно, как будто магистрально. Мы смотрим сейчас с этой площадки. Да. Да, по-хорошему да, шибануть может и еще и не раз. Там же склады. Ага, ладненько, давай аккуратнее там. Охренеть. Вот наш многострадальный Донецк. Так это что, вам извозится, да? Перемирие. Не стрелять. Тактическое оружие против... Мирные жители, да. И эти идиоты еще хотят ядерное создать обратно. А что там находится? Авиационный завод. Авиационный? Ой, какой? Шутрелля. 107-й там такой завод был. Военный раньше был завод там. Меня чуть с кресла не выпало, так по глазу. Тоже самое. Ну, во все. У нас же щели кругом тут такие, дом такой хиленький. Дом у нас не настолько хиленький, насколько можно казаться. Нет, он вообще-то монолит называется, но трещины тут такие с ладонь кругом. Представляешь, что когда взрывается, еще блестит, понимаешь? Ага. Ничего не сказать. Однако. И дайте нам оружие, да? Ага.